Всем привет, и мы поиграем в красного шарика против зомби. Для этих дел нам понадобится орех, который мы сейчас с вами и взяли-то. Так. Ух ты. Ух ты. Так. Не падать, не падать. Пила. Ой, надоело ты мне, пила. Так, зомби тут оприходовали. Так. Вниз. Куда ты так быстро катишься? Ты что, сумасшедшая? Если тебя сейчас пилы тебя тебе задавят-то. Ай. Ой. Ой, фух. Вроде бы хорошо все обошлось. Так. Ах, вы ниндзя меня тут поджидали. Вы что от меня хотите? Так, а второй на меня не хочет нападать сразу? Нет, не хочет. Значит, этого будем бить. Так. Я уже опытный боец против ниндзя. А, ай. Я пошутил. Победили мы все-таки. Победили этого малыша. Так. Флажочек наш. И вон он катится, этот малыш. Так, а сколько вас тут будет? Ух ты, смотрите, целая стая ниндзя. Так, точнее ниндзя, а зомби. Смотрите, куча зомби выталкиваются и выталкиваются с этого пенька. Так, да ну вас, чё вас там так много-то, а? А! Фух, хорошо, что по мне не попал. Так, ой. И зачем мне была эта нужна звездочка? Это странно. Непонятно. Но главное то, что на пенек мы добрались. Ой, хорошо. Так, кто тут? Никого нету страшного. Вроде бы никого. Ай, тихо. Кнопочка. Ну как я, обо что я заделся-то снова-то? Ну сколько может это продолжаться-то, а? Сколько может это продолжаться? Вот, хорошо. Пам. Теперь ты, да? Хе-хе, и ты получай, маленький злодей. Так. Тут никого нет? Не, ниндзя тут прыгает. Ну, ниндзя мы сейчас обезвредим с легкостью. Ниндзя мы обезвредили, теперь запрыгиваем вот аж наверх. Так. Бревно-то, чего вы не забрали моё? Так, ниндзя, ты от меня что хочешь? Хватит тебе, а? Всё, был ты зомби и нет тебя зомби. Так. Вот, получилось! Тихо. Ай, ты что делаешь-то? Ты что делаешь-то, маленький негодяй? Ну быстрей. А бревно ты кому оставил-то я, а? Так, все, не хочу с тобой драться. Отстань от меня, отстань, говорю. Так, быстрее вдвоем катимся. Да сколько я буду мучиться-то с этим бревном? А что ж за уровень-то такой? Всё, тебя мы уничтожили, теперь бревно. Так, я знаю, то, что нужно его скатить туда аккуратненько. Ой, еле-еле пробрались-то. Чё ж так было нелегко-то? Так, все, никого тут нет. Фух, ребята, конечно, под конец было очень даже нелегко, но я надеюсь, то, что вы меня поддержите и поставите лайк, потому что я старался именно для тебя. Пока, мой друг.